Чтобы получить независимую оценку, выпускники Серпуховского колледжа по специальности гостиничный сервис проходят демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. В чем заключается экзамен и с какой целью он организован, все подробности далее. В отель заселяется иностранец, разговаривает только на английском. Задача администратора – принять гостя, рассказав ему обо всех преимуществах номеров гостиницы. И быть при этом максимально вежливым. Четверокурсник Исмаил задачу справился на отлично. Готов ко всему. Хорошо готовили. Поэтому ничего не опасаюсь. Думаю, все сдам хорошо. Хотел бы работать, не знаю, может быть, Хилтон. Может быть, Метрополь, что-нибудь такое. С 12 марта на базе специализированного центра компетенции по администрированию отелей в колледже проходит демонстрационный экзамен. Все требования, которые предъявляются к его проведению, учебное учреждение выполнило. Рабочее место администратора выглядит как настоящее. Для студентов приготовлены самые разные испытания, связанные с гостиничным сервисом. Бронирование, выселение, вселение, форс-мажорные ситуации, которые могут случиться с посетителем. Мастерство будущих выпускников оценивают судьи и независимые эксперты, преподаватели других учебных заведений. Я слежу за тем, чтобы судейство было действительно объективным, чтобы никто не занижал баллы, чтобы никто их не завышал. Это такой вот роль третейского судьи, можно так это описать. Так как я имею опыт в проведении многих чемпионатов, уже у меня и два национальных чемпионата на Россию, и много региональных чемпионатов по всей России я же провожу в качестве главного эксперта, поэтому у меня есть определенный опыт, я знаю, что какие могут быть уловки и какие могут быть нечестности в именно судействе. Демонстрационный экзамен в Московской области проводится уже во второй раз. Пока это пилотный проект. В этом году свои силы попробовали 14 студентов Серпуховского колледжа и 34 учащихся других учебных заведений Подмосковья. Подготовка на хорошем уровне. Дети очень хорошо справляются. Есть, конечно, определенные моменты с английским языком, но все равно здесь такой хороший средний уровень. Если спорные ситуации возникают, как правило, эксперты очень лояльно и очень добродушно разрешают эту проблему. Такой спорной ситуации, где бы я вмешивалась, пока нет. Пройти успешный демонстрационный экзамен – это значит облегчить себе в будущем задачу по поиску работы. Все студенты, которые успешно сдают демонстрационный экзамен, они заносятся в базу, и им выдается паспорт Skills. Это информация для работодателя, который имеет вход в систему и по количеству набранных баллов по демэкзамену может оценить уровень подготовки студента по этой специальности. О том, что получен паспорт WorldSkills, выпускник может указать и в своем резюме. В этом году пройдут демонстрационные экзамены еще и по газоэлектросварке и программированию. В ближайшие годы демонстрационный экзамен станет обязательным для всех выпускников.